вами опять Павлентий. Ох, и нахожусь я в родной, любимой Беларуси. Тут как бы прогулялись, решили прогуляться, пока еще не закончилось, поэтому не буду говорить. По лесу в Рождество Христово на 7 января. Вот, и обнаружили, что у нас появились новые реки. Причем такие достаточно серьезные, с порогами. Вот. В районе Тальки. Ребята куда-то идут. Я пока еще одет. Вот. Ну, надо, наверное, и мне туда идти. Путешествовать.